только раны болят, и мне погоди болят, и опять перевал. Этой ночью нам снится, это память войны, той проклятой войны, что оставила в нас свои боли частицы. Уважаемые жители поселка Тарутино, воины-интернационалисты, нам очень приятно, что вы находите время в этот день прийти сюда, к памятнику воинам-афганцам, воинам-интернационалистам, для того, чтобы почтить память о тех, кто не вернулся с этой афганской войны, и дать знак уважения к тем афганцам, которые сегодня рядом с вами, с нами трудятся, живут на нашей мирной Тарутинской земле. 10 лет войны в Афганистане, 10 лет кровопролития, 10 лет тягот перенесли воины-афганцы. Можно говорить о цифрах, можно говорить о статистике, но война – это такое явление, когда люди погибают, кто-то теряет близких, кто-то теряет самых дорогих людей. И, естественно, мы, живущие, сегодня должны помнить о тех, кто не вернулся с поля боя, о тех, кто сегодня рядом с нами. Горько вспоминать, горько говорить, больно говорить, но сегодня и у нас в стране, пусть называют по-разному, но тоже идет война. И мы тоже должны помнить, должны чтить тех, кто не вернулся с поля боя. Ребята, которые вернулись с Афганистана, влились в наши ряды, влились в ряды тружеников. Кто-то устроился на работу, кто-то остался инвалидом. Но наша обязанность всегда помогать тем, кто заслуживает этого. Что в этот день хочу пожелать? Пожелать всем здоровья воинам-афганцам, крепости духа. И хочу сказать, что ваш подвиг, ваши старания, ваше умение, ваш жизненный опыт должен стать примером для молодого поколения, для тех ребят, кто сегодня должен воспитываться или воспитывается в духе патриотизма. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за то, что вы сделали. Из Тарутинского района пішли на афганську війну 136 наших земляків. 8 із них не повернулися додому. Кізеліс Пронас Антонович, Саліхов Алізаде і Віктор Крамчанінов з Березине. Чокой Миколай Андрійович, Попов Олександр Васильович з Бородине. Фомін Іван Федорович і Степаненко Іван Іванович з Олександрівки. Добровольський Валерій Іванович з Красного. Я хотел спросить, как вас вообще социальное обеспечение, как государство помогает, если помогает вообще? Помогаю. Есть пенсия хорошая? Есть пенсия. Ну что сейчас платят? Что сейчас платят вам? 1700, кому я? А что, разные пенсии для разных афганцев? Мы не знаем, минимальная 200-300 там. Есть нагороды. Добавляют. Лично я 2-350. Сейчас мы туда поможем. Да, там же сейчас. Как для своих, скажи. Ну, что, ребята, могу сказать. На сегодняшний день, в принципе, все хорошо. Ну, есть и плохие новости. Много из нас больных.
вот на сегодняшний день крахмаль Миша Александровский нуждается в операции. Операция дорогостоящая. Ну, все вот афганцы собираем какую-то помощь материальную в тяжелом состоянии. Ну, на сегодняшний день уже 26 человек с афганцев из 80 сдали деньги. Некоторые приносят, сдают еще. Ну, выделяем, как-то помогаем. В области я добился в соцдепартаменте, что выделят какие-то деньги. Сюда тоже наши депутаты Тарутинского райсовета тоже оказывают помощь. Ну, такое самое, что печальное могу сказать. За 8 лет 11 человек среди афганцев умерших. Ну, так, в принципе, благодарим администрацию, благодарим соцзащиту. В принципе, ну, такое вот, что печальное у нас сегодня. Ну, уделяю внимание, хотелось бы больше, но спасибо и за это. А сколько ребят осталось? 81 человек. Да, в строю? Все у нас живут? Да, все 81 человек. Это все, кто участвовал, или только члены организации? Нет, это только, это все... Войны афганцы. Все-все? Да. Вы никого за бортом не оставили? Нет. Все в одном строю, так что у нас организация, это общественность, а афганцы, они все единые, и мы не можем их делить, что они где-то в одной организации, или в другой, или в третьей. Но организация – это работа. А чтить память и помогать в решении там, каких-то помощи, это на всех. Мы не делим. Вот сегодня, на сегодняшний день администрация выделила каждому афганцу по 300 гривен, как денежную премию. Одноразовую, 15 февраля. Кто-то говорит мало, кто-то говорит нормально, но я считаю, что это хорошо, это очень хорошо. Как сам вообще? После этих страшных дней. Работают, и в Киев ездил, и в Одессу ездил, и в направление ездил. Ну, без внимания кто обращается, без внимания никто не даст. Ну, а состояние здоровья позволяет этим заниматься? Все-таки пока да. Не сдаешься? Нет, не сдаюсь. Молодец. А есть помощники нормальные? Да, кто за вас? Есть Филиппов Миша, ну, вообще Семенюк Игорь, это он еще служит в штабе округа, но очень много помогает, так и говорят там в области, это говорит Петин и Ноль. В этом году они были, Семенюк и Соловьев, награждены грантами в области. Вчера провели мероприятие в Березино, были награды, были медали, были грамоты, были боевые 100 грамм. Провели все на высшем уровне. Было разоружение цветов. И сегодняшний день там есть аллея боевых зал. Да. В непогоде болят, и опять перевал. Этой ночью нам снится, это память войны, той проклятой войны, что оставила в нас своей боли.